привет! Я сегодня на горнолыжке в городе Хвалынск, это в Саратовской области, самый северный городок небольшой. Здесь вот есть горнолыжный курорт Хвалынск, по-моему, не ошибаюсь, называется. Вот мы приехали с мужем, с ребеночком сюда. Муж у меня взял лыжи, будет кататься сейчас, ну, вернее, уже катается, мы с дочкой вот гуляем здесь, в снегу валяемся. Вот, ну, в общем... Здесь прикольно, я не знаю, как для заядлых катальщиков, может быть, здесь не очень крутая горка, но так вообще очень здесь интересно, клево, и гостиница здесь, и прокат лыж, сноуборда, коньки, каток, снегоход, в общем, куча-куча всего разного, кафешка, гостиница и домики со всеми делами для шашлыка, вот, сауна, вот, бассейн с термальной водой, который очищается там что-то ионами серебра и меди, вот. Зашли погреться. Здесь прокат лыж, сноуборда. Мяу.